меня есть рис, и я его пересыпала вот такой вот пластиковой бутылкой из-под молока. Вы знаете, это самый сейчас удобный метод, вот как хранить сыпучее. Если купишь, допустим, крупу, в которой есть жучок, бывает такое, что купил в магазине, принес домой, этот жучок не расползается по всей тумбе и не поражает другие крупы. Поэтому вот не очень притязательный вид, да, но очень удобно хранить вот таких вот бутылках пластиковых. Еще покажу вам. Ну, обожаю всякие баночки, всякую посуду. Вот купила такую баночку. Была она тоже в акции. Стоит она 34 гривны. Это 1 доллар примерно. Видите, здесь вот такая крышечка. И здесь резиновый ободок. Одеваешь, закрыл и вдавливаешь вот этот вот пипсик. И герметично держится эта крышка. Ну, кроме того, очень красивая баночка. Я не смогла устоять. Пожалела, что я не купила несколько. Была акция, и уже они заканчивались. Так она стоила в 2 раза дороже. Хотя это тонкое стекло, и что оно такое дорогое, непонятно. Очень мне понравилась эта баночка. Друзья, хочу вам показать один интересный лайфхак. Недавно я занималась ремонтом своей летней одежды, постирала ее, погладила и хочу частично ее уже убрать. Все летнее хочу законсервировать, потому что у нас уже похолодало. И вот я зашивала дырки, вспомнила о том, что я не показывала вам этот метод. Метод, как быстро зашить дырку и как это сделать максимально аккуратно. Можно, конечно, подкладывать специальную клеевую ткань, заглаживать, потом машинкой выстращивать. Это долго и не всегда получается так аккуратно, как хочется. Но я вам сейчас покажу, как зашить любую дырку, и вы почти не увидите следов. Перед вами вот летний сарафан мой. Я его очень люблю. Привезла его из Таиланда. Но, к сожалению, в этом сарафане я проделала дырку. Крутилась где-то между кустов. И вот получилась такая большая объемная дырища. Ткань уберем лицевой стороной к себе, не изнаночной, как это обычно мы делаем. В нитке я завязала узелок. Делаю стежок и вот такую вот своеобразную закрепку. Теперь смотрите внимательно. С левой стороны я делаю прямой стежок. Вперед. Дальше я делаю с правой стороны такой же стежок вперед. Дальше опять стежочек слева. Опять стежок вправо. Если вам хочется, вы можете приспособиться удобнее, чем я. Взять, например, лампочку. У меня дырка небольшая, я и так ее отлично зашью без лампочки. Опять стежок вперед справа. Так, дальше стежок слева. Чем тоньше нитка и тоньше иголка, чем короче стежок, тем лучше у вас получится закрыть эту дырку. Даже сами не найдете, если не постараетесь. Так, теперь берем эту ткань в начале шитья и в конце за ниточку и аккуратно стягиваем нитку. Видите? Аккуратненько, аккуратненько стягиваем нитку до самого конца. Теперь можно закрепить этот шов с изнаночной стороны. Чтобы он не расходился впоследствии при стирке. И обрезаем нитку. Вот дырка зашита. Если ее разгладить, будет максимально аккуратно. Сейчас таким же образом хочу зашить еще одну небольшую дырочку. Вот так вот получилось дырку зашить. Осталось ее только разгладить через мокрую тряпку. Видите, она даже почти не видна. Я сама еле нашла. Сейчас показываю вам, как мне удалось удлинить платье. Получилось оно длиннее на 8 сантиметров. Вот я сюда атласную ленту приделала. Ну, теперь совершенно иное дело. Потому что с кружевом проблема. Во-первых, кружева нет. Нужно за ним ехать в Киев. Во-вторых, оно дорогое. У нас самое дешевое кружево можно купить за 50-60 гривен метр. Но мне надо тут, я не знаю, сколько метров, на 1,20 м, 1,30 м. Я вот нашла вот такую себе атласную ленту. Она как нельзя лучше подходит цвету. Мне кажется, неплохо получилось. Вы можете оценить это в сторис. Сегодня у меня на обед рассольник с перловкой.
Перловку я замочила прямо-таки на сутки и хорошенько ее отварила. Она уже почти готова. Еще мне понадобится лук, мелко порезанный, сало мелко порезанное, томатный сок. Мне это просто помидор, перекрученный на мясорубку. Потертая морковь. Огурцы. У меня это малосольные огурчики. Я их потерла на терку и отжала сок. Ну и картошка. Рассольник будет очень вкусный. И сейчас я буду делать зажарку к нему. На раскаленную сковороду выкладываем сало. Если вы не хотите рассольник на сале делать, то можно любое растительное масло сюда на сковородку налить. Я хочу сделать рассольник именно с салом. Мне нравится так. Но когда нет сала, я делаю на любом растительном масле. Сало выжарилось уже наполовину. Добавляю сюда лук. Лук обжарился, добавляю морковь. Морковь притомилась, выкладываем огурцы. В последнюю очередь добавляем помидоры. Все делаем быстро на большом огне. Для того, чтобы не пригорало, постоянно помешиваем. Зажарка занимает по приготовлению примерно пару минуток. В кипящую перловку высыпаем картошку. Ждем, пока она сварится. Потом будем добавлять зажарку. Картофель сварился. Добавляю лавровый лист, красный перец. Вы можете добавить любые специи по вкусу. Выкладываем зажарку. Несмотря на то, что в этом супе нету мяса, это очень сытный суп. Он заменит полноценный обед. Второго уже не понадобится. Добавляем соль и варим до готовности. Приятного аппетита!